В нашем отделении мы активно применяем метод кенгуру, который является важной составляющей части ранней реабилитации недоношенных и тяжело больных новорожденных детей. На сеанс приходят и мамы, и папы, которые получают огромное удовольствие от общения со своими малышами. Перед сеансом кенгуру мама в специальной комнате подготавливается, моет грудь, надевает стерильный халат, маску и шапочку. Для кенгуру предназначено специальное кресло. Медсестра подготавливает малыша к выкладыванию на кенгуру, меняет памперс, снимает, отсоединяет датчики. Сегодня у нас сеанс кенгуру проводится двойне, поэтому два малыша будут лежать на маме. Медсестра выкладывает одного. Накрывает одеялком и подсоединяет датчики. И медсестра выкладывает второго малыша тоже к маме, к братику или к сестренке. Медсестра дает малышу глюкозку для того, чтобы он успокоился. Сеанс кенгуру проходит примерно 1 час, но если маме и малышам комфортно, можно и дольше. И сейчас мы выключим свет, чтобы маме и малышам было комфортно. Сеанс кенгуру проводится каждый день, если малыш стабильный и не имеет никаких противопоказаний к этой процедуре.